Помогите! Хочешь, чтоб была цела твоя шея? Подпишись на спрея. Спрей-обрезки? Я спрей. Обрезки. Понял, спрей-обрезки? Ладно, рассказываю пацантре. Но это честная как бы история, я честно не знал. Меня однажды мои друзья, ну мы в деревне как бы общались, все, кто одного возраста, те так или иначе общаются. Вот мои братуханчики говорят: слушай, не можешь, вот мы тебе денег дадим, зайди в магазин и купи нам 2 пакета. А я как раз шел в магазин, ну я такой типа думаю, ну ладно, блять, куплю вам 2 пакета. Я им покупаю 2 пакета, и потом, ну, мы пошли гулять, и они взяли эти пакеты, самые обычные, вот, налили туда, не бензин, клей они туда налили, по-моему, клей. И, короче, начали, типа, вот так прислоняют, и дышат, ну, туда-сюда пытаются дышать, то есть кислород новый не поступает. И потом, ну, как бы, опять же, все всех знают, в деревне там население максимум 1000 человек, все такие, типа, магазинчер, как это называется, продавец магазина. Моему отцу рассказал, что, типа, ваш сын покупал пакеты. Вот. Ну, я такой, я покупал пакеты. Вот. Но я уже на тот момент знал. Я говорю, типа, батя, я все равно, типа, маловозрастный был. И вряд ли бы батя мне поверил. Но, скорее всего, батя мне поверил. Я говорю, типа, ну, а я реально не дышал этой хуйней, потому что, ну, мне кажется, это полный бред. Это, блядь, на уровне, наверное, собачьего кайфа. Просто пытаться брать и себя задушить. Мне кажется, это бред какой-то. Поэтому, как бы, батя меня особо не ругал за это. Но дело в том, что батя сказал, я тебе, типа, верю. Но проблема в том, что деревни, если на одном конце деревни ты пукнул, на другом деревне, на конце деревни расскажут, что ты обосрался. Вот. И говорит, я не хочу, чтобы о моем сыне, типа, думали, что он вот такой вот. Я такой думаю, ну да, блядь, пиздец, неприятно. Вот. Ну а что я сделаю, блядь? Я знал, зачем они эту хуйню покупали. Я даже не знал то, что это так делается. И употребляется таким образом. Да вроде, блядь, да про коноплю я вам тоже рассказывал, не? Но там я уже как бы осмысленно. Это... Там я уже знал. Но это была такая хуйня полная. Да, бля, я не уверен, что об этом законно рассказывать. Вот в чем прикол. По-моему, понимаете, незаконно... Я не помню, либо процесс употребления объяснять, либо процесс приготовления. А вот дело в том, что самое тупое, то, что мы были детьми, и у нас как раз-таки самое тупорылое было в процессе изготовления, так сказать, или в процессе употребления. Это было настолько тупо и смешно, что, ну, как бы... В том-то и смешная история, как бы, заключается. В том, что, ну, мы, блядь, малолетки тупорылые какой-то хуйней занимались, вот. Ну, и в итоге ничего не получилось, чтобы вы понимали. Но я не могу, я не уверен, что это законно. Да, я не буду вам рассказывать процесс, но я вам расскажу так, чтобы вы поняли, наверное, что, ну, как это было тупо. Короче, я скажу так. Если вы потрогали что-то грязное, или даже если вы сейчас вот так вот начнете водить по своей руке, у вас начнут собираться катушки грязи. Вот. Ну и совершенно случайно получилось так. Я не знаю, как это произошло, я и не хочу вам рассказывать. Но, короче, мы эти катушки пытались употребить их. Ну, то есть мы надрочили с наших уёбских школьных рук катушки, непонятно как попавшие нам на руки, и пытались их smoke. Что, ну... В моих воспоминаниях, ну и сейчас, когда я взрослый человек, выглядит очень тупо, блядь. Вот. Но вроде как, я не уверен, так ли это делается. Мне сказали, что типа, ну потом, когда я переспрашивал, рассказывал свою детскую историю, мне говорили, ну вообще-то так, блядь. Я такой, в смысле, блядь? Вот. Но у нас нихуя не получилось. Мы, блядь, это был такой ужас, сука. Мы бутылку это начали резать, блядь, чтобы... Ну, чтобы было, знаете, вот это вот. Вот бутылка, пробки нет, а сбоку дырка. Для чего она нужна? И ты такой, блядь, действительно, сука, для чего? Вот, но у нас в итоге нихуя не получилось.
Вот, ну, потому что мы тупые, и, ну, мы взяли, блядь, сели на велосипеды и поехали домой. Но, блядь, в деревне до хульон конопли растет. Но она, по-моему, непригодна такая. Она вот именно, наверное, что промышленная или хрен знает. Ну, короче, она вроде пригодна, но она там не дает того, что должна. Я тоже много чего курил. Самое уёбское, что я курил у себя в деревне, это спичечный коробок. Типа, знаете, ты берешь, я уже объяснял, есть спичечный коробок, ты его поджигаешь снизу, и он горит и дымит. И ты берешь вот так вот и вдыхаешь. Ну, типа, дым же вдыхаешь, типа, взрослый. Ну, ты же, блядь, нихуя не понимаешь, что есть специальный табак, его добавляют в сигареты, он тлеет. Не, похуй, спичечный коробок подпалил, бум-бум-бум. Ладно, рассказываю вам, пацаны, еще одна хуйня. Это довольно странная хуйня, я ее еще вроде не рассказывал никому. Университет, мой друг говорит, слушай, я походу у себя дома, я не понимаю откуда. Он говорит, я походу у себя дома нашел этот, как его, ну, типа... дурь какую-то. Вот, я такой, нихуя, ебать, покажи. Вот, и он показывает, а в упаковке из-под кальянного табака, мокрый, как кальянный табак, ну, лежит какая-то хуйня. Поскольку я, ну, до этого ни разу в жизни не видел... Да, ну, спойлер, это оказался обычный табак, если что. Вот, что происходит? Мы такие, ебать, а давай, типа, ну... возьмем сигарету, вытрусим ее, и туда этот кальянный табак засунем. Ну, мы думаем же, что это что-то типа интересное. Засунем эту хуйню туда, и еще чуть табака, чтобы нормально горело. И, короче, скурим прямо в универе. Вот, ну, чего, естественно, не было. Все, ну, и я просто пошел домой, и мне начал сниться сон о том, что мы... на каком-то... Ну, идет какой-то предмет. Все что-то пишут, а мы дрочим сигарету. Мы дрочим эту сигарету, блядь. Хуярим ее. Выдрахиваем, блядь. Взяли где-то иголку для того, чтобы пропихивать. А туда этот табак. Потом пропихиваем необычный табак, обычный. Все, началась там типа этот звонок прозвенел. У нас началась перемена. Мы такие выходим в курилочку. Такие, она, сука, нихуя не поджигается, потому что табак кальянный, мокрый. Она не горит. Мы ее хуярим. А это курилка в универе. Там все стоят и нормально курят. А мы ебашим постоянно зажигалкой эту сигарету. Блять, так смешно вспоминать. Вот. Ну, короче... Что происходит? Мы... А, и до этого я сказал еще девчонке, она мне нравилась, девчонка, она... Ну так, я, блядь, как я теперь понимаю, что она мне не нравилась, но просто прикольно было бы с ней затусить. Вот, я ей сказал, слушай, блядь, мы, походу, нашли дерьмо. Вот, типа, мы can't smoke weed, как в треках Wiz Khalifa. Она такая, нихуя, но я подойду. Вот, ну мы, короче, смоучим эту хуйню, и мы... Ну, начинаем смотреть друг на друга и начинаем жестко угорать. Просто было очень смешно. Вот. Но, чтобы вы понимали, эффекта типа на самом деле не было. Скорее всего, мы начали смеяться из-за того, что, ну, какие мы, блядь, тупые. Но было действительно смешно, как бы смотреть друг на друга, и смешно было. Вот. Приходит она, я такой, ну вот, попробую. Ну, вроде мы посмеялись. Но мы тогда не понимали, блядь. Да. Но было реально забавно, мы как бы угорали. Я ей даю, а она, типа, видимо, блядь, где-то пробовала. Она такая берет. Чё-то хуйня какая-то. Я говорю, да в смысле, блядь, ну... А я же опять, я не знаком ни с эффектом, ни как это должно быть. А она, типа, она говорит, вы долбоёбы оба. Это кальянный табак, блядь. Мы такие, а, да? Ну и, короче, выкинули мы эту хуйню, вот и... Потом... История и закончилась. Вот. Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Спрей-обрыжки. Спрей-обрыжки. Я Спрайт. Обрезки. Понял, спрей-обрезки. Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Спрей-обрыжки. Спрей-обрыжки. Я Спрайт. Обрезки. Понял, спрей-обрезки. Обрезки.